Из-за аномально теплой и снежной погоды прошлой осенью автозимник Батагаевск-Куйга открылся намного позже запланированного срока. По этой причине верхоянские перевозчики уже второй месяц, чтобы доставить необходимый груз, преодолевают расстояние 800 километров ежедневно. Какой сегодня запас угля в котельных и сколько планируется еще завести, расскажем далее. Несмотря на месяц позже открытый автозимник Батагай-Усть-Куйга, перевозчики Верхоянского района уже завезли более 20 тысяч тонн угля, что составляет 50% от запланированного объема груза. До конца автозимника предстоит еще завезти 55 тысяч тонн угля и светлых нефтепродуктов из поселка Нижнеянск. Но на сегодня на линии работает порядка 180 единиц техники. Сегодня завезли мы 20 тысяч тонн. И на этой неделе мы заканчиваем уголь в Усть-Куйге. Мы начинаем завоз из поселка Нижнеянск. Кроме этого, нам необходимо завести в адрес Эвенобатантайского улуса ГУП ЖКХ 5000 сырой нефти. Поставка угля производится на угольный склад, который вместе с ним является и местом встречи всех участников автозимника. Ежедневный завоз угля контролируется не только руководством улуса и филиалом ГУП ЖКХ. Прием и отправку груза до места назначения обеспечивают операторы угольного склада жилищно-коммунального хозяйства. Сейчас, на данный момент, в работе по перевозке угля из Куйги 186 машин. В день прибывает от 35 до 70 машин с углем. Самый активный завоз угля начался с 11 февраля. Это уже было ощутимо. Больше 1000 тонн угля привозят в сутки. На данный момент на угольный склад завезено угля из Куйги 18 826 тонн. Далее весь завезенный уголь из склада по заявкам распределяется по 14 котельным населенных пунктов Арктического района. Бесперебойную доставку угля на следа обеспечивают опытные в этом деле индивидуальные предприниматели по перевозкам. В настоящее время в котельных запас угля составляет на 20 и более суток. Ежедневно сейчас где-то 60-40 машин ежедневно прибывает, и это 1100-1800 тонн ежедневно. Даже без выходных, вот оператору на пирсе у нас работает с 8 до 8 утра, без выходных, без праздничных, ну, завоз уже интенсивно в темпе идет. Альбина Павлова, НВКСХ, Батагай.